Директор по взаимодействию с органами госвласти от ЦБК Николай Кротов вошел в Координационный совет Лесного попечительского совета России. Он сменил на этой позиции Юрия Трубина, который покинул совет по собственному желанию. Николай Кротов – уроженец Няндом и выпускник АЛТИ, в разное время трудился в лесничествах и лесхозах. В 2001 году стал заместителем руководителя Комитета природных ресурсов по Архангельской области. Затем была работа в Росприроднадзоре, позже в Федеральном агентстве лесного хозяйства, где в 2010 году Кротов стал заместителем руководителя. С 2020 года он занимает пост директора по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК.